Где же путешествовать? Куда поехать? У многих стоит вопрос, когда выбор идет круиза, куда же отправиться, где брать, в турагентстве или же через интернет. Вот такие цены здесь. 25 тысяч гривен. Это, в принципе, $1000, чуть меньше. Сумма есть разная. А вот это 21 в ЮАР. Прикольные круизы есть. На круизных лайнерах, конечно, очень интересно путешествовать. Если у вас есть интерес, то можем это сделать совместно. Через Skype, Владислав Сколибов. Ссылка под этим видео. incruise.com. Посмотрите, выбирайте. После регистрации вам доступ есть в открытую туру. А также, ну, я вам помогу. Владислав Сколибов в эфире. Жду вас в Skype. Покажу все нюансы. Пока.